Представьтесь полностью. Имя, отчество, ученая степень, место работы. Маслов Сергей Викторович, врач-анестезиолог второй категории. Любите вы головную боль, тошноту, рвоту? Сколько? 500. Сейчас я хочу выпить за тебя, Сергей. Вот этот человек каждый день совершает честные поступки. Спасает людям жизнь. Сергей, ну вот какой ты, да? Неужели нельзя пригласить в театр, в кино? Ксюш, ты меня посмотри. Куда мне в театр, в кино? Был бы парень, то с бабами. Ну вот с бабами у тебя... Не понял. Бабы дуры! Антон Павлович Чехов незадолго перед смертью писал, что из всех успокоительных средств добрым словом помянуть может только героин. Хороший фильм. Пошли вы все.